Всем привет, дорогие подписчики и гости канала, с вами снова Зарбабай, и мы продолжаем проходить Fallout 4. Итак, в прошлой серии мы остановились с вами на том, что начали помогать жителям, да, этой деревушки, которых мы освободили, привели с музея. Нам сейчас требуется посадить еды. Мы пока нашли только одну морковку. Так, что, можно с тобой поговорить? Мама Мерфи. Ты привязан к этому месту, парень. Твоя энергия. Моя энергия? Моя энергия? Что ты имеешь в виду? Думал, я сказал тебе раньше, парень. I saw you leave that ice box. I know your pain. This world, it's not yours. But here you are. The site can help you, kid. It always has answers. Just gotta bring me some jet so I can see what it wants to tell you. Wind? What's jet? It's a little inhaler that packs a big kick. They say it makes you move faster, but at my age, it's more of a quick rush. The chems fuel the site, so it's not always gonna be jet I'm asking for. But that's what's on the menu this time. Поищу. I'll see if I can find some. My hero. Принести матушке Мёрфи винт. Что за винт? Где его брать? Так, ладно, давайте походим тут по домам, поищем что-нибудь. Какие-нибудь семена. Мясо дудня. Окей. Жевательная резинка. Тостер. Ядер кола. Свинина с бобами. Так. Будильник. Выстиранное джинсовое платье. О, сейф. Открываем. Есть. Sweet. Так, хорошо. Патроны, антирадин, бафаут, пистолет. Круто. Так, здесь ничего полезного нет. Здесь радикс. Тут у нас свечи. Пластиковая тыква, комод пустой. Все готовились к Хэллоуину. Codsworth. Welcome back, sir. I do hope you were able to find some assistance in Concord. Новые друзья. You could say that. I made a few new friends. Can't have enough of those these days. I realize that I'm no Mr. Gutsy, but if needed. I'd be honored to accompany you throughout the Commonwealth. Just say the word. А ты этого хочешь? Would you like to? As you wish, sir. I'd like to trade some items. Of course. Можно с тобой обмениваться снаряжением, да? Но пока этого делать не будем. Значит, тебя можно брать с собой. Это как бы спутник у нас, да? Так же, как, допустим, и собаку. Так, вопрос, где мне брать эти семена? Коробка сигар. Это интересно. Тайник, еще крышки. Стол пустой. Платье с блесками опять нет. Брать уже не будем. Шапка вязаная.
Так, ладно, здесь семян тоже нет. Почтовый ящик пустой. Тут ничего нет. Тут тоже пусто. Ну уже, Котвор, дай пройти, мистер Хэнди. Так, тут пусто. Такое чувство, как будто я уже здесь был. Что-то как-то все пусто. Здесь тоже пусто. Так, ладно. Что здесь у нас? Тут завал. Так, тут верстак, но у меня нет семян. О, арбуз. Есть, отлично. Хорошо. Тыкву давайте еще возьмем. Вот теперь есть что посадить. Так, не, на обмен не надо ничего мне. Я могу с тобой только поменяться, да? Нет, давайте создавать. Мы тут посадили с вами морковку. Оказывается, лучше надо было ее сюда сажать. Здесь вроде у нас есть садик. Так, ресурсы. Да, ресурсы. Пища. Так. Арбуз. Вот, я могу посадить, да? Ну же. Отлично. А, нет, 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 нет. Да. Так, хорошо, посадили. Давай, наверное, еще его тут посадим, да? Круто. Так, у нас еще тут есть. А что это такое? Что это такое? А, это бритвозлак какой-то. Вот, тыква у нас тут еще есть. Отлично. Так, и что в итоге? Не хватает, да? Ну, давайте поищем еще. Может быть, тут есть... О! Будка. Но огородик пустой, к сожалению. Изолента. Я, кстати, сделал там неподалеку схрончик. Сейчас туда придем, я покажу, где я его сделал. Я думаю, вещи оттуда брать никто не будет. Так, здесь... Ох ты, зараза. Тихо. Ух ты, кулаком убил. Так, стоп. Угу. Угу. У меня ничего нет. Так, предметы. Так, оружие. Оружие. Так, вот это вот хороший пистолет, да? А, вот это, кстати, больше урона наносит. Больше урона. Более меткий, да? Ну давай, куда его? Избранное. На двоечку. Так, снайперку я еще хотел. Хотя можно поставить еще и дробаш. Давайте что-то тоже поставим. А, все, да?
А вот снайперский. Да, отлично. Пусть будет восьмерка. Круто. Так, пошли искать огородик. Садик-огородик. Половник. Ладно, возьмем. Так, так, так. Семена, семена. Здесь ничего полезного нет. Здесь тоже пусто. О, терминал есть. Так, что тут полезного? Угу. Пароль. Хорошо, пробуем. Сходство только одно. Либо N, либо E, либо D. Сходство 3. О, вот это уже интересно. T, E, A, R. То есть всего лишь одна буква. Bear. Есть, отлично. Угу. Это у нас какой-то досье, что ли? Да, точно. Походу на всех тут есть. Угу. Сейф в полу. В главной спальне под шкафом. А где они находятся? Надо будет поискать. Уильямс. Так, ладно, как-нибудь потом зайдем сюда, еще раз почитаем. Попробуем найти сейф в полу. Почему бы и нет? Самодельная бомба. Круто. Сейф открываем. Ух ты, блин. Ладно. Есть, отлично. Так, взять все. Так, у этого сейф нашли. У кого-то еще был сейф в полу. Медикс забираем. Так, ладно, пошли в следующий домик. Сейф в полу. Отвертка. Ну, может, тут какие-нибудь семена-то есть. Что-то как-то не густо. Хотя вроде нормально, да? Так, а здесь я все, по-моему, обыскал. Или нет? Да, я, по-моему, первым делом сюда заходил, когда пришел. Точно, вот взламывал я этот чемоданчик. Ладно, хорошо.
Так, тоже тут ничего нет интересного, а? Ну, у них, по-моему, тоже все обыскивал. Интересно, у кого что-то тут сейф есть? Что, больше нигде на две семян? Никаких. Будет обидно. Так, тут тоже нет. Ух ты, какой-то подвал мы с вами нашли какой, а? Так, что тут полезное есть? С бабами. Пиво. Цепанем. Очищенная вода. Пюре быстрого приготовления. Слиток золота. Ничего себе. Пустая масленка. Я могу, кстати, здесь поспать, да? Ну, вроде ничего, осталось только сейф, да? Взламываем. Don't think I can pick this. Сложный? Да ладно, серьезно. Так, у меня, по-моему, был уровень. По-моему, у меня был уровень. Да, точно. Так, нету тут нигде по взлому сейфа. Это карманные кражи. Это все не то. А где ж по сейфу? Странно. По взлому, если честно, ничего нет. Броня. Ну давайте вот выучим тогда сюда броню. Отлично. Так, хорошо. Тогда я не понимаю. No way I could pick this. Средний замок он не взламывает. И повысить уровень я тоже не повышаю. Так, хорошо. О, мутафрукт. Что ты нашел, друг мой? Что-то нашел. Дуршлаг, патроны. Немного не пойму я, что это тут нашел. Я же тут вроде все обыскивал.
Так, может, сейф здесь был? Да нет, пусто как-то. Странно. Я немножко не понял, что тут нашел он. Потому что я реально ничего не вижу. Может быть, он патрон имел в виду? Тогда ладно. Так, я там остановился, по-моему. Собрал, не собрал ли этот мутафрукт? Так, что еще есть? Ну, с едой вроде нормально. Давайте попробуем сейчас посадить все это дело. Так, сажаем. Так, пища это не то. Подожди, я же собрал мутафрукт. Или не собрал? Так, стоп. Предметы. Дикий мутафрукт. Ну, собрал. То есть посадить я его реально не могу, да? Just wanted to trade a few things. Не, меняться я ничем не хочу. То есть данный фрукт вас не устраивает. Жаль, я думал, все получится. Но оказалось, что нет. Слышь ты, мистер Хэнди, ты где-нибудь тут фрукты видел? Или семена чьи-нибудь? Чьи-то. В итоге пусто. В итоге пусто, и это не то. Жаль. Так, ну где же мне эти семена-то взять? Так, а если я морковку попробую пересадить? Необходимо. Ну, давай, если, допустим, необходимо, попробуем куда-нибудь в другое место посадить. Нет? Я теперь не могу обратно засунуть. Так, ладно. Морковку, которую тут посадил. Так, попробуем сюда посадить ее. Вот тут, в принципе, неплохо, да, так сажается. Но пищи только 3. Надо 5. К сожалению, нету столько ресурсов. У меня. Для еды. Ладно, хорошо, давайте смотреть, что там наша бабушка просит. Так, обеспечить жителей едой. Разное. Принести матушке Мёрфи винт.
Показать на карте. Это у нас что такое? А, нет, это как-то далековато, да? Что за винт? Может, это какой-нибудь напиток, который требуется приготовить? Либо какая-нибудь газовая фигня, раз это какой-то химикат. Так, приготовить. Нет. Выйти. Нет, стоп, стоп, выйти, выйти. Вот, отлично. Тогда нам надо будет сейчас вернуться с вами. На стоянку, да, этих? Ну, на заправку, я так полагаю. Вот тут у нас такое. Так. Это для создания брони, это не то. Вот, химлаборатория. Гранаты. Вот винт. Требуется один пластмасс и два удобрения. Угу. Один пластмасс и два удобрения. Как-то странно. А где мне брать эти удобрения? Хм. Так, ладно, хорошо. А, кстати, броня, броник. Мы с вами же выучили навык один. Можем ли мы починить свою броню? Угу. Нет, не могу, да? Модифицировать. Требуется кожа. А, клей, кстати, я нашел, да? Интересно. Так, ладно, хорошо. Смотрим, какие еще задания есть. Ну, до этого основного далеко пилякать. Очень далеко. Хотелось бы здесь все повыполнять. Так, ладно, хорошо. Давайте искать эти удобрения. Может быть, в городе что-нибудь найдем. Давайте вернемся. В городок. Центроцвет. Ну, давай. Отлично. Еще возьмем. Так. Ничего тут у вас сзади нет. О, есть тыква, отлично. Так, к тебе в домик давайте зайдем. Квантовая ядеркола. Прикольно. Сахарные бомбы. Все-таки бомбы. О, крышки. Отлично. Так, пошли, пес, на второй этаж. Очки сварщика. Красная банда. О, сейф. Локтайт.
Сложный замок. О, винт нашел. Отлично. Тем более вдвойне повод вернуться нам. Так, попробуем перемещение быстрое. Да, отлично. Так, для начала все посадим. Ох, сколько тут вас. Ну? Let's trade some things. Не, я могу только меняться. О, давай. I used to be quite the adventurer when I was younger. Now these old bones just can't keep up. Mama Murphy. Got that jet we talked about, kid? Держи. Here, one hit of jet. You did good. Now, let me ride the high to where the site wants to take me. Diamond City holds answers, but they're locked tight. You ask them what they know, but people's hearts are chained up with fear and suspicion. But you find it. You find that heart that's gonna lead you to your boy. Oh, it's bright. So bright against the dark alleys it walks. That's what you need to do, kid. Follow the signs to the bright heart. Phew, wow. That took more out of me than usual. I'm gonna need to rest now, kid. Так, ладно, сажаем. Следующее. Так. Тошка, вот. Тыква. Что-то как-то не пойму. Ага, вот, на 80%. Отлично. Еще сажаем. Ну, давай это тоже везде посадим. Ну, последнюю тыкву надо посадить. Есть, отлично. Фух, ну что, выполнишь задание? The more we establish ourselves here, the more of a target we become. What we need is to get some defenses set up. Then maybe Preston will be able to relax a little bit. Какого рода оборона? What sort of defenses did you have in mind? Walls, sandbags, turrets, whatever you can put together. Понятно. Импровизируй. Хорошо, давай импровизировать. Так, явно не сюда нам. Вот, оборона. Сторожевые посты, оборона турели, оборона ловушки. Давай сторожевые посты. Так, пока непонятно с защитой.
Так, с обороной не очень понятно. Проводка, шестеренки. Ух ты. Ловушки. Тоже пока не можем. Дерево. Разобрать. Так, немножко не понимаю по защите. Что от меня хотят? Все-таки что-то необходимо сюда еще. Так, давайте смотреть задание. Укрепите оборону Сенчкуари. То есть нет объяснения. Так, а необходим человек, что ли, получается какой-то? Стоп. Эй, иди сюда. Отправить, отправить. Как его можно отправить? И отправить. Ничего не делает. Странно. Так, пока с этой обороны совсем ничего не понятно. По идее, если строить какие-нибудь... Может быть, тебя надо отправить? Кью, поставить отметку какую-то. Нет, ничего не делает. Так, ладно. Да что такое? Давайте искать тогда оборону турели. Проводку нужны шестеренки. Домкрат какой-то. Сталь получим, да? Тележка для диагностики. Сталь, резина, предохранитель, разбитая лампочка, пустая масленка, вакуумная лампа. Ну, давай разберем. О, шестеренки, болт и пружина. Дерево. Тут тоже только дерево. Переселить. Он не может покинуть данное поселение.
Ну и ладно. Бетон, резина. Ох, я даже могу дома разбирать, ничего себе. Сталь. Круто. Проводка, проводка. Что же за проводка такая? О, автомобиль. Сталь, понятно. Так, может какой-нибудь надо телек разобрать? Там будет проводка. Сталь, дерево. Это все не то. Что же за проводка-то такая? Лампочки не разбираются. Проводка. Это ну что? Дерево. Я думал, проводку получу из этого, из телевизора, но из телевизора не получается. Да, разберем, потому что непонятно, что за... Сталь, дерево, бетон... Уже только сталь. Так, проводка, проводка. Где же эту проводку взять-то нам? Да, долго мы сейчас тут будем бегать с вами, искать эту проводку. Может быть, кстати, в моем схрончике есть проводка. Хотя вряд ли. Вряд ли. Тут все можно разобрать, что в этой зоне все абсолютно, целый дом. Сталь, дерево. Не дают проводки. Медь, стекло. Тоже только дерево. Сталь, масло. Тоже только сталь, сталь. Что же за проводка-то такая? Медь, стекло. Даже не знаю. Где уже ее да что-то взять-то, эту проводку? Пружина, сталь. Уже только сталь. Ладно, не будем тогда тут заострять свое внимание. Все равно, мне кажется,
Когда-нибудь мы эту проводку надыбаем. Здесь требуется фанатика оружия. Здесь наука первый уровень. И очень всего всякого много. 5 проводка. Да, дофига всего, дофига просто. Я думал, здесь найдется проводка, но... не нашлась. Вот он, мой схрончик, кстати. Давайте посмотрим. Может быть, тут есть проводка. Нет, нету. Нету, нету. Ну ладно. Пока данное задание невыполнимо. Посмотрим, что у нас еще здесь есть по заданиям. Добраться, первые шаги. Давайте взглянем с вами на карту. Недалеко, да? Недалеко. Ну, давайте тогда мы потом здесь с вами появимся, да, сейчас. Переместимся. Так, здесь я, наверное, вряд ли смогу что-то разобрать, да? Я могу только вид от третьего лица редактировать. Хорошо, ладно. Нам идти с вами в ту степь. Насколько я могу судить, да, вот по этой дорожке. Но отправимся туда уже в следующей серии. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр, увидимся в следующих прохождениях. Всем пока!